Дорогие друзья, всем привет! Продолжаем тут заниматься ванной комнатой. У меня здесь немножко все захламлено, ну так чуть-чуть покажу. Все, гидробак у нас отлично все работает, вода под давлением у нас есть, вода уже в кране есть, пользуемся на кухне из крана водой. Вот, в общем, с этим все в порядке. Далее я уже пустил горячие трубы. Вот, уже идет вторая труба горячая. Здесь у меня, конечно, захламлено. Ну вот, выход для раковины. Потом на кухню ушла уже труба. Здесь дальше идет. Пошла горячая вода у нас на бойлер. Уже здесь все ровненько вроде спаял, подсоединил. Все нормально. Это у нас для того, чтобы воздух пускать, когда с бойлера буду воду сливать, если там ремонтировать или еще по каким-то причинам. Просто открываем этот у наш краник. Сперва, конечно, этот открываем. И все, вся вода из труб уходит. Отсюда подсасывается воздух. И тем самым все у нас это дело уходит. Вот. Ну, еще холодной водой тут не доделал. И трубы до конца не вывел, потому что не знаю, как, докуда вести трубу. Нужно сейчас собрать душевую кабину и понять, откуда у нас шланги будут. Принес уже большую часть нужных мне инструментариев. Здесь тоже принес. Здесь у меня есть герметик. Эта душевая кабина обошлась хорошей такой скидочкой. Купили ее за 18 тысяч рублей. Стоила она 27, ну 18 900 вроде, да, за 18 900 мы ее взяли, а стоила она 27. Это типа, как бы, прошлый сезон, или как там назвать, уже новые модели начали появляться, а это какое-то определенное время стояло у них на витрине, в собранном виде. Вот они ее обратно разобрали наполовину, и я тут подсуетился и ее купил. Подумал, какая разница нам, зачем переплачивать нам 8, даже, да, практически 8 там с лишним даже тысяч, если можно взять за 18 тысяч такую кабинку. Это я посчитал, что очень хороший вариант, поэтому мы ее приобрели. И поэтому она у нас уже в полусобранном виде. Здесь уже вот так вот запакованы другие детали. Тут стекла, здесь стекла запакованы. И часть там лежит. Сейчас, я думаю, быстренько мы эту кабину соберем и подключим. Посмотрим, что у нас получится, да? Так, а теперь я хочу вас познакомить кое с чем. Я собралась в город в связи с этим. Хочу быстрее вам кое-что показать. Я познакомилась с одной компанией, называется ПД Пари, которая делает духи, похожие на известных брендов. Например, у меня здесь мои любимые духи Дикий Инвай Би Делишес, зеленое яблоко. У меня есть красное яблоко, а я заказала зеленое яблоко. Это Гуччи Блум, а это такой коробочки. Это Dior Jadot, как с рекламы. Делают они парфюмерию 150 и 30 миллилитров. Очень удобно, особенно вот это в сумочку вот так положить и забыть. Самое главное, что я обратила внимание, на то, что у этой компании есть сертификат производства, качества. То есть это сертифицированные продукции, и опыты на животных не производит эта компания. Это самое главное для меня важное, я обращаю на это внимание. Это мои любимые духи Дикий Инвай, это в такое яблочко. Почему я обратила внимание на эту компанию ПД Пари? Потому что стоимость очень доступная, особенно для нас, и потому что не происходит переплачивания за бренд, за упаковку, за рекламу, за маркетинг. И можно по приятной такой цене приобрести духи, которые стоят в магазине 2-3 раза, а то и больше дороже. Поэтому это очень удобно. Качество парфюма хорошее, я уже на себе попробовала, так как я реально пользовалась и пользуюсь ароматами Дикий Инвай, я знаю, сколько она держится, то есть реально больше суток они выдерживают, может и больше, ну, потому что я пользуюсь регулярно. Заказать можно только на сайте PD Paris, и на сайте есть стилист, с которым можно связаться, он проконсультирует, какой именно парфюм можно заказать, потому что там такой большой ассортимент, можно потеряться. Они составят вам аромат, помогут. Ссылка на магазин PD Paris будет под видео.
Сейчас там проходит акция. Заказывайте 3 парфюма, и четвертый идет в подарок. Еще доставка бесплатная 2500 рублей. И мы еще оставим промокод, по нему будет 10% скидка. Так что я вам всем советую. Очень хорошо, что на пленке. Нужно снять пленочку. Вот эту вот. Спрятать тут от нас. Так, это у нас задняя стенка получается. Шо? Тут пластик какой-то. Так. Так вот. Поставил я эту стенку. Не знаю, нужен ли здесь герметик или не нужен, потому что здесь у нас есть такой барьерчик от воды, чтобы вода не переливалась сюда. Вот я думаю, нужен ли он здесь или не нужен. Наверное, он здесь не помешает все равно, если я ее соберу. Лишним, наверное, не будет. Так, ладно, решил. Герметика я взял много, так что лучше сделаем сразу, чтобы ничего не протекало. Поэтому... Так, ну что, ну вот на таком этапе пока что душевая кабина. Поставил все у нас тут всякие кранчики, все вот эти вот ручечки. В бок пока направил, не знаю, куда она должна смотреть, потом поменяю, как по удобству, не знаю, вниз, вверх, поставил просто в бок, потому что, мне кажется, так вешать удобно. Посмотрим. Все, вот так вот пока что все это дело выглядит. Устанавливаем ролики. Такие вот. Очень интересно. Я тут долго думал, какие ролики куда идут. Здесь есть ролик с кнопочкой такой, с пружиной. Думал, что он идет наверх сперва, но потом подумал, что стекло же держится на верхней раме. Получается, когда будет она держаться, она будет натягивать эту пружину. Это нам не подходит, потому что, получается, целое стекло будет держаться на какой-то маленькой пружинке. Значит, этот ролик логично должен пойти вниз. Книжку я всю пересмотрел, там все, этот, уже всю перечитал. Ничего там не найдешь. Все приходится самому додумывать. Все-таки я был прав, да? Вниз. Оп, и все. Душевая кабина готова. Все, я закрутил, сверху закрутил. Все герметиком замазал. Эхо слышно. Есть кое-какие проблемы, конечно. Из-за того, что душевую кабину взяли мы с прилавка, грубо говоря. Она уже была собрана, потом разобрана. И часть деталей они хорошим образом, как бы грубо не сказать, похерили, в общем. Часть деталей не хватает, кое-чего, часть кое-что поломанная немножко, но сама основная конструкция целая. Чего не хватило?
я вам скажу. Во-первых, ручки вот эти очень хлипкие, плохие, плохо закручиваются. Видать, их прокрутил кто-то очень сильный. И теперь они вот такие плохие. Придется ручки новые покупать. Сюда поставить. Потом, что у нас здесь? Полочка, крепежи. Один сломанный, другой потеряли. И один косяк, как бы сказать. Предоставили два шланга, вот такой, там еще я уже убрал, короткий шланг, и что мне с ними делать? Ладно, длинный я приспособил на верхнюю, этот, на верхний душ, а дальше что делать? Короткий, что мне с этим всем делать? Пришлось вот эти вот железные шланги, это я докупил, горячая, холодная вода. Теперь здесь и нету переходника, получается тройника, сюда тоже нету, что все это дело соединить, в общем, ничего для этого нету. Вот так вот, это тоже все они потеряли. Прокладки кое-какие потеряли. В общем, есть несколько нюансов таких, косяков. Нужно допаять мне еще две трубы. Я уже их вот спаял, они готовенькие здесь лежат. Сейчас нужно их сюда впаять для уже нашего душа. И все. И это будут последние трубы, которые нужно спаять. Дальше можно заняться уже канализацией и все, по сути. Канализацию сделаю, и можно начать пользоваться благами цивилизации. Вот так вот я делаю. Не знаю, правильно я делаю, неправильно, но вроде трубы все держат. Так, сейчас ждем. Подождем сейчас, пока подсохнет. В общем, я тут переделываю, уже отрезал трубу. Нужно кое-что добавить. Да, 100 раз проверь. 1 раз приклей называется. Чуть-чуть не так сделаешь, все заново. Практически. Вроде справился. Интересно, да, маленькая вот такая штуковина, можно посчитать. 300, 300, 600, 100, 700, 100, 800. Эти по 10 вроде, или по 15 рублей. Вроде по 15, не помню, или по 10. По 10 вроде, ладно. 800, да? 10, 20, 30, 40, 840. Ну, трубу уже считать не будем. Ну, смысла нет. 840 рублей. Вот эта вот штуковина вышла. А вот эта вот штуковина, вон та большая, такая же, она уже, этот обратный клапан, 500 рублей стоит большой. Или даже 600 с чем-то рублей. Гайки еще дороже, потому что там все большое под 32-ю трубу. Еще 300 рублей добавилось к этой системе. Стала стоить она уже на 1000 с чем-то, там 1100, что ли, ну, с копейками вот с этими. Тут еще 2 копейки добавилось. Так что, да, вот так вот. Всегда закрыт будет. Закрывает наш обратный клапан. То есть, чтобы вода не проходила. Когда нам нужно будет спустить воду, мы будем открывать этот кранчик. Здесь будет дополнительный кран, который будет перекрывать полностью всю эту систему. Вот. Его вот сюда вот сейчас я поставлю. Так, ну все, готово. Кабину передвинул сюда, где она и должна стоять. Здесь у нас нормально место. Здесь у нас 80 с чем-то сантиметров. Этого вполне достаточно для того, чтобы здесь унитаз установить. Все, система здесь тоже. Все это я перекрыл. Все отлично подошло. Больше трубы паять не надо. Фу-фу, сплюнем, чтобы не надо было. Ну, на самом деле, все я трубы закончил. Все, только если где-то что-то надо будет добавить, отремонтировать и так далее. Но в остальном с трубами
покончено. Осталось сделать канализацию, протянуть внизу. Получается, как помните, в прошлом ролике она была поверху, теперь я ее опустил вниз, и нужно ее теперь закрепить внизу. И по сути, можно подключать горячую воду уже по трубам, и можно подключать туалет и душ. Это все, я думаю, подключу уже в следующем ролике. Все это дело вы увидите, и мы наконец-то начнем пользоваться всеми благами цивилизации. Скоро все будет. Пока Саша занят, я тут осматриваю новые владения. Ну, конечно, я в восторге, что я могу сказать еще. Все мне нравится. Марик, будем тебе лапу мыть? Как мы тебе сюда засунем? Марик, иди сюда. Теперь буду сюда приходить каждый день, открывать и закрывать. Ну, шучу я, конечно, просто мы городские, и, конечно, нам тяжеловато было в таких условиях, но мы с Саньком закаленные, я всю жизнь по конюшням, там тоже не везде есть условия, не знаю, как в каких городах, но у нас как бы условия на конюшнях только-только в ближайшие там года начали появляться, еще что-то подобное, так? Было тоже всякое. Я скитаясь по конюшням, привыкла ко всякому, поэтому вот так вот. Как я прожила здесь вообще без этого помещения, как и все, наверное, деревни. А здесь есть много домов, у кого есть баня, и у нас есть... В нашей стране очень много семей так живет. А теперь у нас есть душ. Попрощаемся, пока ждем папочку, да? Скажем всем пока, смотрите наши видео, пишите комментарии, пожелайте нам удачи, скажи, пожелайте Марику удачи и здоровья мужского, бедный Марик, ему в жизни не удастся вообще ничего узнать, к сожалению. Марик, иди сюда, садись, сидеть, вот. Дай лапу. Марик. Всем пока. Все.